А перед началом ролика хочу посоветовать вам очень классный начинающий канал Антон Вилла. Он снимает GTA CRMP, а именно Amazon Roleplay первый сир. Он крутит рулетку на бешеные суммы, снимает полезный и познавательный контент. Также проводит стримы, где он также крутит рулетку на хорошие суммы денег. Ссылка на его канал будет в описании. Я всем советую. Также, как только на его канале наберется 500 подписчиков, он между своими подписчиками разыграет 2000 рублей. Поэтому обязательно подписывайтесь, сам подписан, смотрю его. Ссылка, повторюсь, в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Roleplay. Первый сер, мне здесь Кирилл Бутбуль. Не забывайте вводить мои регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И как только вы прокачаетесь до 5-го, вы получите 50 тысяч. Как только вы прокачаетесь до 10-го, вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Roleplay. Также большое спасибо всем, кто уже ввел мой промокод. Давайте постараемся до Нового года набрать 1000 введенных промокодов. И также не забывайте подписываться на канал. Цель на этот год набрать 14 тысяч подписчиков. Надеюсь, у нас это получится. Ну что ж, как вы поняли по названию ролика, сегодня я вам покажу, где находятся все олени. Их всего 19 штук. Я их буду собирать и заодно показывать вам. Ну что ж, желаю вам приятного просмотра. Погнали! Итак, первый олень находится на горке в городе Арзамас. Вот, на вот этой горке, вот здесь находится этот олень. Вот южный, и в южном на горке находится вот этот олень. Давайте его подберем. Следующий олень также находится в городе Южный, возле магазина одежды. Здесь вот такая вот есть электрическая будка, и возле нее стоит олень. Чтобы взять, просто подходите к нему и нажимаете Alt. Следующий олень находится возле депо в городе Южный. Вот здесь поезда есть, депо, и вот здесь стоит олень. Подходите, нажимаете Alt и берете его. Следующий олень находится в лесу в городе Арзамас. Вот в этом месте, в принципе. Вот Южный, и в лесу вот в этом месте находится этот олень. Следующий олень находится на развилке возле Анашана. Вот он здесь находится. Давайте его возьму и покажу вам на карте. Вот, открываем карту и смотрим. Вот здесь именно он находится. Получается, на развилке вот в этом месте находится олень. Следующий олень находится возле причала, где рыбалка. Вот в этом месте, получается, если смотреть на рыбалку, точнее на причал, то с левой стороны, вот он здесь стоит, можете убрать. Следующий олень находится среди особняков возле Нашана, вот в этом месте. Получается, второй ряд, и после, получается, второго дома, вот, перед третьим домом стоит олень. Следующий олень находится по дороге, как ехать в Бусаево, вот здесь он стоит, возле палаток, ну, недалеко от палаток, вот. Поднимайтесь, получается, с горки, и вот здесь стоит олень. Также предупредить своему подписчику, Димас Тренин, при тебе. И смотрим следующего оленя. Он находится в Гореле, за вот домиком таким, за такой парашей, короче. Вон, недалеко от грузчика, вот грузчики, и за грузчиками вот здесь находится олень. Следующий олень находится на перекрестке, недалеко от носочка. Давайте вам на карте покажу, я его найти не мог, короче. Вот примерно вот здесь находится, вот здесь есть перекресток, и вот здесь находится рядом олень. Следующий олень находится недалеко от шахты, возле озера. Вот озеро, и вот здесь находится этот олень. Вот он. В принципе, давайте его возьмем. Следующий олень находится возле квартирных домиков напротив фермы. Вот этот, получается, если оттуда ехать, то второй домик, и сбоку этого домика стоит олень. Но он почему-то без шапки, не знаю почему так, но его можно брать, я уже его, в принципе, взял. Давайте покажу вам на карте. Вот здесь, короче, находится. Я думаю, вы найдете. Следующий олень находится в Батырево, в желтом домике. Ну, возле желтого домика. Вот этот домик на углу, он здесь. И здесь находится олень прямо во дворе, возле колодца. Давайте вам на карте покажу. Вот этот, короче, домик. Пацаны, угадайте, что произошло. Конечно же, меня, сука, крашнуло. И полвидео не записалось. Потом я перезашел, и у меня зависла игра. И мне пришлось перезагрузить комп. Просто охуенно. Обожаю КРМП. Следующий олень находится в порту возле загрузки дальнобойщика. Вот с этой стороны, получается, если заезжать, то с правой стороны. Вот здесь он находится, давайте покажу на карте, вот в этом месте. Следующий олень находится в Новом Батырево, недалеко от заправки Батырево, получается. Давайте на карте покажу, вот в этом углу находится олень. Следующий олень находится на вокзале Арзамас, вот в этом месте, возле фонтана, получается. Если смотреть на вокзал, то с правой стороны. Следующий олень находится под мостом города Арзамас, вот в этом месте, получается. Вот здесь такие вот магазинчики, давайте вам на карте покажу. Вот, в этом месте находится, короче, олень. Последние два оленя находятся в лабиринте. Лабиринт находится на Новогоднем острове. Найти его можно... Ну, Новогоднем острове, думаю, все знают где. Так, вот, Новогодние места, и здесь есть темный лабиринт. Так, давайте я поздороваюсь с чуваком и погнали, в принципе, искать этих оленей.
Ну что ж, вот я и собрал всех оленей, в принципе, всех 19 штук, чтобы потом выйти с лабиринта, просто пропустить команду End, потому что так выйти просто нельзя. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, вступайте в мою семью, вводите мой промокод, и всем пока-пока.